Дела у мальчика плохи. Опять принес он двойку. А он не бегал, не играл, лентяем не чета. Он целый год дрессировал соседского кота. Кот прыгать мог, лежать, вставать и даже палку подавать. Короче, кот был молодцом. Но тут возник конфликт с отцом. Но даже летом, как назло, ему опять не повезло. А он не бегал, не играл и не дремал на печке. Он все быка дрессировал на поле возле речки. Сперва сопротивлялся бык, потом смирился и привык. Он даже цифры различал и до 15 мычал. А стадо просто как назло на клевер и вовес ушло. И зоотехник был всерьез, за клевер зол и за овес. Ты знаешь, я таким не рад. Давай-ка, брат, езжай назад. С тех пор прошло немало лет. И раз я в цирк купил билет, а там увидел
хочу. Катался бык на колесе. Заяц русского плясал. А слон ходил по тросу. Потом на радость всех ребят слон перетягивал канат. Слон проиграл бы, это факт. Но выручил его антракт. Я этой осенью как раз перехожу в 9-й класс. Уж если я других учу, я сам ученым быть хочу. Это смешно, когда талант имеет 2-ку за диктант.